Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Верните мне мою бороду. Сволочи, фашисты. Ненавижу вас. А, у меня парик Дэймина, кстати, был. Ну ладно. Так, можем уменьшиться, кстати, заодно. Сейчас мы это сделаем, кстати. Кстати, Доги, ты, в принципе, пропустил довольно много. Тут такое было. Тут были гномы, короче. Это... Так, а как я могу уменьшиться, вот интересно? Ага, вот. Гномья пыль. Конечно, там что-то под полом. Мы можем аккуратненько убивать. Зародыш, мать. Да. Кирка гнома у меня как раз от гнома. Опасная бритва. Окей. Черт, не в ту сторону. Ты меня не слышал. Да ладно. Да ты... Fucking quick! Put on your doctor disguise again. It's our only chance. Опять докторский костюм надевать, черт. А, еще увеличиваться надо, точно. Как я мог забыть-то? Миссис Марш! What's going on? I'm just here for an operation. Oh, there you are, doctor. I'm ready when you are. Is this going to hurt, doctor? Teehee. There's something fishy going on here. I think they might be Nazi zombies. We'll see if you're a real doctor. Give her an abortion. Do it! Fucking shit! Christmas time. Every critter holds its ear. Ow, my labia. Every animal big or small. Christmas. I told you that thing isn't a doctor. Fry it. Oh fuck, нас убили. Черт. Это даже обидно. Мы убили зародыш. Давайте сохранимся. Прям где-то здесь. Прям вот так вот. Ой. Так. Так, ну ладно, это я пропущу. Когда шприц находится в центральном положении, нажмите А, чтобы начать. Окей, мы в нужное место ткнули. Я постараюсь так, чтобы расширить. О боже.
that blood? I told you that thing isn't a doctor. Fry it. Ну почему? Я уже задолбался подбирать одни и те же эти и переодеваться постоянно. Это нечестно. Так. Надо как-то поаккуратнее все это делать. Пускаем. Так. Так, левый стик, чтобы расширить, нажмите А, чтобы начать. Вы задолбали меня. Ладно, пробуем еще раз, блин. Мы должны отсосать ему яйца. Ну, вы поняли. Так. Давай, марш. Миссис Марш. Christmas time is once a year. Every critter holds it dear. Ow, my balls! My balls! My balls! My favorite. Christmas means so much. Oh, that's cold! That's cold! It's once a year. This is about as wide as I can get, Doctor. Okay, okay, do it. I'm ready. He did it. All right, so he is a real doctor. What the hell? Oh shit, clear the building. The area's been compromised. Get out now. Да однозначно доктором стану. Профессиональным причём. You go ahead. Might be a while before I can walk very well. Я догадываюсь. Я даже догадываюсь, почему ты не можешь ходить. Окей, мы убили. Мы убили. Окей. Так, я все-таки хочу переодеться. Шапочка монаха. Одежда монаха. Стоп, а где еще перчатки монаха? Вот, все. Мы монахи! Mathers, where did you find the alien goo? Broken vials were in the trash can, sir. What could have come into contact with it in the trash can of an abortion clinic? Oh my god. Бог. Твою ж мать. I'm here for you, buddy. Нет, серьезно? Look at that little fella. Are those little babies sucking blood? Давайте убьем этих уродцев. Так, 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 так. Мы должны что-то крутое сделать. Нате! Половину хп снесли, отлично. А теперь баддер в догоночку им что-нибудь давай, давай, свое какое-нибудь такое имба крутое, что-нибудь. Давай, 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 давай. Может, к вам баттерс. Охренеть. Он прям отсосал у них всю жизнь.
хотел попробовать боевой лук. Так, сильную атаку или что? На тебя. Отличненько. Так, мне, кстати, надо каким-то образом. А, ну причем почему каким-то? Вот таким. Чёртова крысы! Нет, не уверен. Но это крысы, их надо убить. Здесь без вариантов. Так, у нее осталось совсем чуть-чуть хп, их надо добивать. Так, стоп. Стоп, а кстати, что у нас может Кайл? Вдруг он какой-нибудь еще крутой, более. Тупая крыса. Так, итак, что у нас может Кайл? Нет, это я могу. Не Кайл может. Давайте просто убьем ее. Шипинкс! Сплоченность. Дождь из стрел. Штормовой ветер. Вызов элементаля. Давайте попробуем штормовой ветер удерживать, пока не начнет терять контроль. Это все? Это все? Фу, Кайл, ты ничтожен. Ти-ди-динь. Поджарили. Нет, здесь надо было сильно стрелять. Давайте попробуем что-нибудь. Вызов элементальный, например. Бедный Айк. Мне честно жалко Айка. Стоп, это что-то я мог. Что-то я мог нажать. Ми-ми-ми-ми-ми крыса. Воу-воу-воу-воу-воу. Потише. Бедные солдаты. Выведем из строя пушку, выведем из строя пушку. Сейчас выведем из строя пушку. Хотя нет, стоп, нам надо быть маленькими. Чёртова граната. Так. Чёрт, я отсюда попасть по ней не могу. Значит, придется перемещаться опять вниз. Охренеть. Не, стоп, а как мне наверх-то забраться? Эмбригуру. Так, а это неправильный путь, да? Ага. Окейушки. А вот, кажись, и правильный путь. Ну, в каком-то смысле. Так. Ха-ха-ха-ха.
мы вырубили пушку. Так. Теперь... Черт, промахнулся. Все, мы можем спокойно идти, а теперь надо пилотануть. Черт. Отлично. Стоп, еще туда можно тоже? Да, это ничего не дало. Круто. Ахтунг! Чайся! Тупые младенцы. Да, если ты шутишь с ним, то что шутишь с матерью природой. Отлично! Так, вообще надо что-то делать. Надо. Дождь и стрел. Дождь, мать его, и стрел. Черт, я буквально чуть-чуть промахнулся, я не нажал на нужную кнопку, но все равно атака прошла. Так что все круто. Так. Неужели мы выйдем из этого дурдома? That's it. The area is secure. Code green. It's not secure. Tell all units the outbreak has been contained. It's not contained. What the hell are you talking about? It's not contained. You don't understand. Khloe Kardashian was in here this morning. She had the biggest abortion I've ever seen. Мать твою! Мать твою! Какого? О боже ты мой! О боже ты мой! Какого хрена? Какого мать твою хрена? Боже ты мой! Добрый вечер, Элкин, ты как раз вовремя. Ready? Aim. Fire. Так. Надо что-то делать с этим абортом. Какого хрена он подхилился? Так, стоп, мне тогда нужен Кенни. Тем более этот чувак уже ничего не может. Кенни. Он залез Кенни в задницу. Нифига не круто. Так, ладно, подхилим Кенни. Черт, его стошнило, и он не может потреблять пищу. Это логично, в принципе. Так, нет теперь побочных эффектов. Это мы только пуповину подрали. Давайте пуповину добивать. Так, теперь Кенни может похавать. Отлично. И теперь твое мега крутое заклинание. Давай, Кенни. Да, жги, мужик, жги, мужик, мужик, жги! Отлично. Великолепно. Кровотечение X5. Эх ты ж, сука. Хренов гора. Серьезно, он мне гора напоминает. Такой же большой и уродливый. Так, ладно, надо что-то делать. Так. А что вообще против него есть тут по описанию? Окей. Ничего против него нет. Да, давайте просто ударим.
Долго же я его бить буду. Долго же. Так, эликсир маны. Нет, не то. Эликсир силы. Бамс, отлично. Восполнили. И теперь давай, Кенни. Давай, мужик. Давай, накладывай кровотечение на него. Отлично. Мы полностью добили его пуповей. Больно. Так, жри, жри, мужик. Жри что-нибудь вкусненькое. Так, кстати, надо в него кинуть какашку. Я знаю, это поможет. Это 100% поможет, это всегда помогало. На, тварь. На еще. Так, Кенни, кинь в него говно. Кенни, кидай говно. Черт, Нолли неуязвим. Фак, он любит какашки. Черт. Кенни, целуй его. Кенни стошнило его, стошнило. Окей, но он неуязвим. Черт, я только себе навредил. Иди, лай, больно. Так, хорошо. Кенни, пей целебный эликсир, он тебе поможет. Молодец. Так, что бы мне сделать, что бы мне сделать? Так, я надеюсь, он неустойчив против. Черт! Кенни. Кенни, мужик. Давай, эликсир пей. Так, так, что-то надо делать. Единорожек, давай, помоги. Помоги нам, мужик, единорог. Так, надо похилить Кенни, а то вдруг еще умрет, не дай бог. Так, теперь мы что-то должны сделать. Офигенно. Почти получилось. Правильно, гори. Ура! Любовь Кенни победила его! Мы победили. Так. Теперь у меня возник вопрос, что мне делать дальше. Ну ладно, на самом деле такого вопроса нету, но я могу способность улучшить. Так, противники глохнут, они плохо. Бла-бла-бла. Я оглашаю всех врагов на один ход. Идеально ты сможешь ударить шлемом, вызвать кровотечение. Вот, вот оно мне надо. Так, положительные эффекты длятся на один ход меньше. Увеличить размер урона, наносимого оглушенным врагам. Использовать лечащий предмет, недолго увеличить наносимый врагам урон. Врагу наносится больше урона, когда твои жизненные бла-бла-бла. Ты получаешь 2 очка силы каждый раз, когда используешь шлемное снадобье. Воскрешающий эликсир используется сейчас для напарника, полностью устанавливает уровень здоровья. Да. Это определенно нужно. На выход! Так, а мы с ней разве не подружились? If you're ever traveling, Photo Dojo has a great deal on passport photos. Так, смотрим, что здесь есть. Воу. Это какой вопрос? Какого хрена там происходит? Ладно. Так, а вы у меня поплатитесь.
Но это не отлично. То есть можно еще больше урон нанести каким-то образом. Ну, его не я делал, тем более тут Элкин такое было, что и я бы и сам его заблокировал для лиц, не достигших, так сказать. Окей. Хотя мы там были, на самом деле, что я вообще сюда полез? Только ради опыта, наверное. Да, определенно ради опыта. Looks like Unplanned Parenthood got bombed again. You believe that? Я не понял, о чем ты, Доги. Так, ладно. Нам опять City Hall. Обожаю эту музыку. Блин, ее надо вообще скачать на самом деле. Будет круто. Поставлю себе ее в плеер. Она эпична, насколько это возможно. Только не опять. New kid, the girls are very thankful for you texting us the abortion records. We are one step away from finding out which girl among us is a two-faced bitch. Unfortunately, the record keeper at the abortion clinic is from Paris, and so everything is written in French. Whoever this two-faced skank is thinks she can outsmart us. We want to help you and the boys play your game, but we just can't have a two-faced bitch out there on the loose. Just get these documents translated for us, and we promise we will join your army. Sparkle! Sunshine! Я специально не делаю анонсов на Ютубе, потому что я говорил людям, если хотите смотреть стримы, заходите сюда. В ВК я, кстати, объявлял о том, что стрим... Черт, я убил кошку! Нет! Я убил простую кошку, это была не зомби-кошка! А-а-а. Черт. Черт. Черт! Черт! Так, и все же куда нам? Куда нам теперь? Так, сюда. Я даже не знаю, куда нам. Черт. А, нам надо вернуться. Отлично. Тэпме. Тэпме. What's this? Council, gather round. This must be something the new kid needs our help with. Sank fams on sobi unan vartum. What language is that? It's some kind of strange orcish. I've seen this language before. In the kingdom to the north. Oh, the kingdom to the north? Whatever's written on these documents is somehow the key to us recruiting the girls to our army. Is that what you're trying to tell us, new kid? Come on, spit it out. Getting that document translated isn't going to be easy. To breach the kingdom to the north, you'll have to assume another identity. Your name is no longer Commander Douchebag. It is now Larry Babinski from Cleveland. The quickest way to the kingdom to the north is through the Lost Forest. Head north, then north again, north, and then north. You better get a real passport photo first, or you won't make it past border control. Вот, ну, собственно, попадем мы в это так называемое Северное Королевство, я думаю, уже в следующей серии, а на этой, скорее всего, ребятки, уже... Ой, закончим, потому что я лично подустал немножко, поэтому спасибо всем, кто смотрел. Элкин, ты, к сожалению, вместе с Доги пришли очень поздно, поэтому не повезло вам. Вот, но я думаю, в записи я потом все это выложу на YouTube-канале. Канал, если можно, скинуть Элкин или кто-нибудь там в чат. Всем удачи, всем спасибо. Не забывайте подписываться на Twitch, и тут будут некоторые интересные вещи... стримы и так далее. Ладно, в любом случае, ребят, всем спасибо, всем удачи, рад, что вы были со мной. В общем, все окей, вам счастья, всем пока. Мало ли, что я сказал. Ну, не Twitch, Good Game, YouTube, ВК, без разницы. Все, проехали. Все окей, всем удачи, всем пока, всем спасибо.